А сейчас о переговорах по газу в Вене. Там прошла встреча в формате России и Евросоюз. Согласованы условия так называемого зимнего пакета поставок газа на Украину. В Европе, похоже, решили, спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих. И теперь, по сути, Украине перечислят деньги, чтобы транзитный российский газ в сохранности дошел до потребителей в ЕС. Подробности в репортаже Ивана Благова. Чем ближе зима, тем лучше еврочиновники начинают понимать своих российских коллег. Тем более, что и языкового барьера теперь нет. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович закончил МГИМО. Евросоюз, похоже, уже сам готов найти деньги для Украины, лишь бы та закачала газ в свои подземные хранилища перед зимой и потом не отбирала его из экспортной трубы. Еврокомиссия сегодня проявляет конструктивный подход. Было заявлено о том, что уже на сегодня договорились с европейскими институтами финансовыми о предоставлении в качестве кредита Украине 500 миллионов долларов для закачки газа в подземные газовые хранилища. Эти средства будут зачислены на специальный счет «Газпрома» в качестве предоплаты. И, соответственно, это примерно будет составлять объем 2 миллиарда кубических метров газа. Но Киеву не хватает примерно миллиарда на газ. О поступлении оставшихся 500 миллионов будет думать тоже Евросоюз. Столь болезненный когда-то украинский газовый вопрос сегодня неожиданно был самым легким. А сложным был разговор о газопроводе «Северный поток» еще двух ветках по дну Балтийского моря до Германии. О строительстве неделю назад «Газпром» договорился с крупнейшими европейскими компаниями, такими как Shell, E.ON, OMV. Власти Польши, Словакии и Украины, а все эти страны-транзитеры, быстро подсчитали свои убытки, если их услуги больше не будут нужны. Теперь говорят о предательстве, грозятся раздуть скандал на всю Европу. Строительство Nord Stream 2 является антиевропейским и антиукраинским проектом. Это исключение Украины из транзитных поставок в Евросоюз и потеря 2 миллиардов долларов дохода, которые мы получаем за поставки газа в ЕС. Брюсселю, похоже, нужно еще время, чтобы осознать, что же произошло неделю назад во Владивостоке. А именно там, на Восточном экономическом форуме, и было подписано соглашение акционеров трубопровода «Северный поток-2». Марош Шефчович сегодня неуверенно отвечал журналистам. Мы об этом узнали только через неделю. И, конечно, знаете, у нас есть правила, которые должны соблюдаться. Как заверил сегодня глава «Газпрома», все правила будут соблюдаться. Что же тогда станет с транзитом через Украину? В 2019-м действующий контракт истекает. Мы готовы вести переговоры с Украиной, но не готовы и не будем подписывать договор на неприемлемых условиях. Но мы не говорили никогда о том, что мы автоматически обнуляем объемы транзита через территорию Украины. И тем более есть такие страны, здесь хотелось бы привести, например, в пример Молдавию, куда абсолютно точно газ будет транспортироваться через территорию Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер с явной гордостью сегодня говорил о росте чуть ли не на четверть поставок газа в Евросоюз. Сравнивался август этого года с прошлым. Германия вообще идет на рекорд. Через несколько лет с падением собственной добычи Европе, по прогнозам, нужно будет еще больше газа. Россия готова подставить плечо. Что же касается этой зимы, которая наступит совсем скоро, то на следующей неделе следует ждать очередного раунда переговоров. Уже с участием украинской стороны. В случае успеха Киев получит деньги и сможет в конце месяца начать закачивать газ в свои подземные хранилища. Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Олеся Трофимович, Первый канал, Вена.